Всем привет! Сегодня новости по American Truck Simulator. Сразу извиняюсь за большие перерывы между видео. На этой неделе я был на больничном, приболел, но сейчас вхожу в привычную колею, и сегодня я вам расскажу про переделку Калифорнии от SCS. В этот раз мы поговорим именно про дорожную сеть в Калифорнии, которую SCS занялись переделывать. В ближайшем патче, скорее всего, 1.44 должно выйти это обновление. Это в основном замены текстур на более современные, обновление развязок, города становятся более интересными. Ну, в принципе, основное внимание в этой части переделки Калифорнии уделяется возвращению к областям, где дороги могли быть географически неправильными или не соответствовать текущим стандартам. СС добавят новые развязки, перекрестки, мосты, сельскохозяйственные предприятия, зоны отдыха и многое другое. Между крупными экономическими городами водители смогут попадать также и в небольшие поселения. Одной из конкретных областей, которая может заинтересовать наше сообщество, является изменение окружающей дорожной сети в районе залива Сан-Пабло. С удалением Сан-Рафаэля на этом этапе переделки СС внесли серьезные изменения в схему дорог, перекрестки и расположение автомагистралей в этой области. Эти изменения также вносятся в рамках подготовки к новому городу, который заменит Сан-Рафаэль на будущем этапе переделки. Все развязки были реконструированы, был добавлен новый перекресток, был добавлен новый район возле моста Каркинес. Был переделан на Ичмонд Бридж и многое другое. На самом деле, то, что делает ACS по обновлению старых территорий, это уже давно напрашивалось, как в ETS2, так и в ATS, потому что с выходом новых дополнений, DLC, ACS повышают планку качества проработки всех территорий, поэтому старые территории выглядят уже просто очень такими скучными, надоевшими и уже отстающими от реального времени. Плюс в жизни происходят какие-то изменения, строятся новые дороги, переделывают развязки, поэтому игра должна соответствовать реальности. В принципе, сегодня такая небольшая новость, но решил выпустить видео, потому что переделка Калифорнии — это очень важное событие для АТС. На сегодня у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваше мнение в комментариях. Всем удачи, всем пока.